Здравствуйте, приветствую вас в магазине «Горные вершины». Поговорим о классических лыжах. В каких случаях классические лыжи могут стать вашим выбором? Если рядом с вашим домом нет хорошо подготовленных лыжных трасс, а есть парк с натоптанной ногами лыжней, либо если вы захотели приобщиться к классическому стилю передвижения, как к родоначальнику всех стилей, классический стиль более физиологичен, более экономичен, менее требователен к изначальному уровню физической подготовки, соответственно, менее нагружает опорно-двигательный аппарат. Итак, чем же отличаются классические лыжи от коньковых? Во-первых, они более длинные. У всех производителей по-разному. В основном не выше 207 сантиметров. Классические лыжи имеют острый, высокий загнутый мысок, более низкую колодку и более мягкий весовой прогиб. Классические лыжи имеют пиру, свойственную классическим лыжам, то есть график распределения давления на снег. Во время фазы скольжения давление распределяется в зонах контакта, колодка остается незакрытой. Во время отталкивания давление перераспределяется на колодку. Это сделано для того, чтобы мазь или другая система безмазевого держания могла войти в соприкосновение с поверхностью снега, и вы могли произвести отталкивание. Как же подбирать классические лыжи? Классические лыжи подбираются по формуле рост плюс 20-25 сантиметров. Учитывать необходимы рекомендации производителя. Обычно производители на своих лыжах пишут весовой диапазон, на более дешевых лыжах более широкий весовой диапазон, на лыжах гоночных или топовых обычно пишется более узкий весовой диапазон. Соответственно, можно подобрать лыжи точь-в-точь под ваш вес. Классические лыжи более требовательны к подбору по весу. Если вы выберете лыжи более жесткие, вы не получите уверенного держания. Если вы выберете лыжи более мягкие, вы будете прилипать, будете страдать скольжением. Классические лыжи разделяются на лыжи мазевые. Здесь под колодку наносится мазь держания, которая непосредственно входит в контакт со снегом, позволяет произвести отталкивание. Либо на лыжи с безмазевыми системами держания, такими как лыжи с насечками. Здесь под колодку машинным способом нанесена насечка, напоминающая рыбью чешую. Это самый простой вариант лыж с безмазевым держанием, не требует абсолютно никакой подготовки. И обычно такие лыжи из бюджетного ценового диапазона. Третий вариант – лыжи с камусом. Здесь под колодку наклеена специальная вставка, напоминающая шкуру животных, которая не препятствует скольжению и в то же время позволяет произвести уверенное отталкивание практически в любых погодных условиях. Лыжи также требуют минимального ухода и минимальной подготовки. Подробнее о лыжах с камусом я расскажу в следующем видео. Катайтесь на беговых лыжах, приобретайте лыжи в магазине «Горные вершины». Увидимся. Пока.